Вот 7 вечера только закончил красить. И это, как, опять тучи меня гнали, ливни обещали. И, в общем, я на морально-волевых с верой в светлое будущее продолжал красить, покрывать. А вон там всю дорогу стояла туча грозовая. И так она рассосалась, ушла вон туда. Но ветер все равно сюда дует. В общем, она меня пугала. И в этом, но мы продолжали работать. И вот это вот я в одного сегодня покрасил. Подсобник работал над скалой, сейчас чуть позже покажу. Вот, ну, конечно, не без моего руководства. Так, погнали. Значит, что в этом? Ну, здесь все по классике. Низ. Теперь можно в любой оттенок придать. То есть можно оставить так, подсохнет, завтра еще будет видно, как он это себя проявит. А так можно чуть желтого покрыть, зеленого усилить, темно-синего, коричневого, то есть сверху прямо покрыть, и разводы эти будут играть, все эти трещины и, ну, то есть теперь можно любой оттенок. Сейчас я спущусь с этой подставки. Он еще только-только закончил. Сейчас еще буду вот это вот отмывать. Так, здравствуйте, товарищ. Как вы себя чувствуете? Вроде неплохо. И вот еще один. Ага, пойдем. Так, вот у нас пимпочка. Отверстие для подъема. Пимпочка для одевания. Вот этой, сейчас, вот этой колонны. Вот она. Тут буква А с двух сторон. Прорезана. Ну, здесь просто. Вот. Вот наш хвостик, который мы резали, переделывали полностью. Так, подставочка, хвостик. Вот. Как вы выглядите? Вот так вы выглядите отсюда. Жопка. Ну, что-то нереально фантастическое. Такого мир еще не видал. Так, погнали, значит, по работе дальше. Это у нас, знаете, ну, готовы. Завтра, наверное, вечером сниму, подуберу, сделаю оттенок какой, если, ну, поменяю, и сделаю видео с огнями вечером. Так, пойдем. Значит, вот так это пока выглядит. Пойдем займемся скалой. Так, это у нас центральная пантера. Центральная пантера, у нее где-то метр что-то, метр сорок, что ли, между лапами, между вот этой и вот этой. И она будет стоять в середине, в букве, вот хвост этот, грубо говоря, будет букву С вот здесь. И вот так она будет ровно вот здесь стоять.
Вот. Наверху, на самом верху, будет стоять гнутая пантера. Ну, то есть везде нарисуются камни. Наверху будет стоять гнутая пантера. Вот эта, более длинная, на букве С, на самом верху. А это будет на букве Р стоять. Вот, они сейчас, ну, в работе, накрыты твердеют. Там много раствора свежего сегодня. Ну, я красил, подсобник здесь наводил. Так. Значит, что? Здесь мы сделаем, ну, прямо камни скалистые. Сюда, в букве С камни. И вот, получается, наверху будет вот гнутая большая вот так стоять. Здесь из, как из пещеры выходить, которая прямая, только что на поддоне стояла. И вот здесь будет на площадке на камнях. Ну, трудно, конечно, понять по видео будет. Более компактная гнутая, более компактная вторая. Все, коты голодные, сейчас они меня съедят. Залез на пантеру. Сделали себе защиту от солнца. Щиты выставляем. Вот арматурка пластиковая, железная. Да, кстати, возвращаемся к наболевшей. Кому интересно и кому, то есть не лишнее будет знать, почему пластиковая арматура. Вот эти ребята на солнце нагреваются градусов до 90, черные места. То есть, если в воду брызнуть, прям пар идет. И металлическая арматура, если тут будет, она натворит дело, она расширится настолько сильно при такой температуре, что просто поразрывает все. Вот. Потом начнет там ржаветь, потом будут микрощели, в общем, разорвет, оторвет все. Почему вот бетонный стол, если обращали внимание, во-первых, он белый. Во-вторых, у него всегда торчат наверху арматурины. Это компенсирует расширение при температуре и сжатие. То есть есть металл, куда, он никуда не упирается. И везде, на каждом столбе вы увидите, что она торчит. В скульптуре ты ж не сделаешь.